перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Это же секретная трансляция. Привет, это секретная трансляция. Вы... Откуда вы все видите? Это секретная. Секретная трансляция. Да, ты, ну, ты видишь, потому что я тебя туда... Ну, я прописал, я же сейчас HTML занимаюсь. Прописал, чтобы ты видел трансляцию. И ты тоже видишь. Здорово, Юрок. Нашел, что обсуждать. Батл бомба. Какой из батлов бомба? Здравствуйте, Moscow Sun. Встречайте. Трансляция была запланирована заранее, но тут еще появился повод. Ударная волна энергии. Блять. И этот повод вовсе не ударная волна энергии. Придется перезайти. Оказывается, блять, great guy stay high. Ты постоянно пишешь эту фразу. Это означает какой-то эвфемизм для бабок или что? Карманы болеют. Я просто только от тебя эту фразу слышу. Да, спасибо. О, мир Нагорный, привет! Короче, мне сказали, что по ТНТ в студии «Союз» поставили мою старую песню «Девушка единорос». Вот так забава. Ну дай бог. Кто смотрит вообще телек? Вы это видели? Это раз, а второе. Студия «Союз» достойный контент делает на ТНТ или не особо? Лев, Лев здесь! Ну так отцай песню. За нами наблюдает бесконечный мегаполис. У меня есть, я могу вам... Это секретная трансляция, могу вам продать версию трека «Ветер» и «Киев», где не запикан слово «мегаполис». Подумайте. Повод-то на самом деле для трансляции напомнить всем, кто каким-то образом забыл, что завтра концерт в Манихане в Петербурге. Вот. В Питере упала посещаемость у всех второсортных рэперов, типа меня и там каких-нибудь еще второсортных рэперов. Ну, то есть, не там, не, наверное, не у Фейса и не у... Какие там еще сейчас модные рэперы? Бакарди, Бакарди Бойс, не знаю. Вот, и какого хуя? В Москве нормально все было, мой нормальный, хороший концерт был 150 даже плюс, а в Питере вроде как хуевые продажи, пиздец. Вот может эта трансляция кого-то сподвигнет все-таки, поиметь совесть и не дожидаться следующего квартирника, который, конечно, покруче, а прийти на концерт, потому что будет концерт с живой группой. Но дело ваше, ребят. Лев, да, Бульвар Депо, да, я считаю его довольно талантливым чуваком. Да. Конечно, лайвы, как и многих из Young Rush, мне не нравятся, это неуважение, мне кажется, к зрителю. Но это их выбор, так тусоваться под плюсы. Салям, Колян, Барян. Real Fear, здорово. Лисичка Пупсик, хочу с тобой Бакарди. Ты понимаешь, что я не пью Бакарди. Я пью только березовый сок. Я пью березы, самый свежий сок, чтобы мой сосок не выделялся. В кофте мой диплом. Коробков отправил запрос. Ну давай посмотрим, кто такой, блядь. Трансляция. Знаешь, что в Грузии только пришел. Да, привет, Грузии. Вообще. В Грузии, ребята. Коробков! Йоу, Коробков здесь! Братан, ты из какого города? Не слышно. Теперь слышно. С какого города? Все, 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 слышу. Слушай, Санкт-Петербург. 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 Здесь, да, да. Питер. Где, да, идешь? Тобой... Судя по...
На площади Ленина идешь? Да, нет? Слушай, ты угадал, угадал, площадь Ленина. Это да. Желтые дома, это вот явно площадь Ленинские темы, это моя первая это... моя тема. Это ну, он примерно. Кондратевский. Да, да, да. Ну, да, попал прямо. Да, знает Петербург как свои 5 балбисков. Слушай, я хотел тебя вообще по Баку спросить, типа, по последнему, который у тебя шумом был. Да-да-да. А почему так мало по оппоненту? Типа, ну, не, реально, просто это не предел, просто вопрос. Да, ну, у меня вообще, это почему одна из причин, почему я не особо хочу батлить акапельно, потому что в акапельном батле это еще более бросается в глаза, если ты не сделал по оппоненту. А мне как-то часто не то чтобы прямо нечего сказать, как-то вот нет именно мотивации копаться. То есть, в принципе, если прям задаться целью задеть шуму, можно было начать поднимать, пересматривать батлы, искать цитаты, проверять. Как личного конфликта? Да, так, ну просто, в принципе, о нем мало что известно. И кого я там не спрашивал, с каких-то своих знакомых, что пацаны, ну хоть что там вообще, вы что-нибудь про него знаете. Понятно, что ИКБшники ничего не выдали бы, но кого-то я там спрашивал. Ну да, 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 слово ИКБшники. Про него ничего и не известно, и он сам все у меня вызывает симпатию, как, в принципе, и в обратную сторону. И я решил, что ну, типа, это батл на битах, я хочу сделать просто вот так, как будет в кайф мне. Мне было интересно нет, сделать... Нет, вот у тебя первый раунд, извините, перебиваю, но первый раунд у тебя прям вообще бомбовый был. Я типа думал, ну нифига себе, типа сейчас что-то зарубу, прям вообще дикое будет. Ты прям очень круто сделал, реально. Очень зашло. Ну, должно было быть лучше. Я что-то помню, что я там подсбился и вообще чувствовал себя не очень, поэтому я прям помню, что первый раунд я думал, что я буду заканчивать, еще в камеру говорить там. Король вернулся, а я прям вот закончил и такой думаю, бля, как же хуёво зачитал. Но это у меня постоянная тема вообще, это никуда не девается. И хорошо, что это есть, знаешь, что я всякий раз на батле, от батле думаю, блядь, хуёво. Вот, наверное, только с диктатором, наверное, только не с диктатором даже, а когда рвать на битах было у меня после первого раунда, хотя я там тоже сбился, у меня не было ощущения, что я сильно проебался, я прям был очень доволен. А так прям, ты, Коробков, ты пропал! Или все пропали, и я сам с собой сижу. Надо промотать чатик, пацаны. Короче, Коробков... Респект тебе, но не влезай, когда я читаю. Третий раунд про КВН пиздата. Да, искренне. От чистого сердца. Я помню, как, когда я играл в КВН, то была какая-то ужасная команда, которая называлась Кирби, с... юмором во многом построенным на девочке-акробатке, которая смешно крутилась там, и типа, я говорю, не накручивай себя. И их приехали поддержать в Анапу, они были из Ростова, их приехали из Ростова в Анапу поддержать родители, то есть прям серьезно поддерживали. В жизни такой поддержки никогда не было. Родители приехали поддержать пацанов из Ростова в Анапу на какой-то там доборочный этап, и когда объявляли результаты, и Кирби не прошли в полуфинал, естественно, то есть оно, я помню, что батёк кого-то из участников встал и метров за 100 от, вот так стоял, показывал. Ребята, искренняя поддержка от сердца, от сердца. Может, это был не батя, а директор Кирби завода пылесосов. Ну, вот так, да. Но место, конечно, поражает искренне. Конечно, искренне, это же твой сын. Дима, ты прям серьезно занимался КВНом? Сколько играл? Ну, не сильно серьезно. Я играл 2008-2009, но это многое дало мне. Это вообще хорошая была школа жизни. Кирилл, Филин, ЦФЦ. Диман, у меня есть интересный вопрос. Ну, я думаю, что следующее твое сообщение будет, можно его задать? Я скажу «да», и ты скажешь потом «хорошо, мне немножко неловко его задать», и потом еще 4 сообщения напишешь. Когда еще раз в Москву. Меня зовут, на самом деле, Ти-Джорнал какую-то организовывает передачу. Я Никиту Лихачеву, может, вы знаете, глава Ти-Джорнал. Я шапочно с ним знаком, он же воронежский. Воронежский, блядь. Вот. И он мутил когда-то с одной моей тоже знакомой, Катей Чертковой. Зачем вам эти фамилии, да? Ну, мало ли. Меня просто в детстве раздражало. Я когда смотрел MTV, и люди не называли фамилии, я прям думал, сука, да почему, блядь, так интересно, что это за фамилии? Да, кстати. Я решил, пообещал себе, что если я получу какой-то медиа-голос, то буду всегда палить все фамилии. Сейчас лишь за КВН-вышка померка. Не слежу. Настя, привет. Не слежу, но вот борцы – хорошая команда. Да. У меня знакомый играет в британской команде, Миша Гривцов. Я у него в Амстере останавливался. Если кто знает сборную Великобритании.
Я к Мише очень хорошо отношусь, он талантливый парень, но он тысячу дел делает, и одно из них КВН, и понятно, что при жесткой редактуре высшей лиги сложно делать что-то супер смешное, поэтому я понимаю, почему у них получается, на мой вкус, неприкольно. Ах, так, кто еще? Оскар Холл отправляет нам запрос на участие в прямом эфире. Диакапельные батлы у них в клубе. Будет банальный вопрос. Видишь ли себя через 10-15 музыки в батлах поэзии? Я не смотрю на 10-15 лет вперед, братан. Я смотрю на парочку годков. Слушай, мне не важно. Я делаю то, что должен делать. То, что хочу делать. То, что мне по кайфу. При этом, чтобы это помогло мне быть мужиком. То есть зарабатывать бабки для обеспечения себя и вероятной моей будущей семьи. Феликс Загорян. О, здорово, мужик. Спасибо за концерт. Да, спасибо. Я переживал за звук. На сторис прям даже с барабанами звук неплохо выглядит. Вот. Вроде бы неплохо было, да. Хотя, как будто люди подзаебались. Для Москвы долговато. В общем, вопрос у меня на самом деле. Почему по ощущениям не было той реакции, которая обычно бывает? То есть не такие супербурные овации. Может, я как-то скомкал финал. Не знаю. Сергей Тарил. Это правильно? Нет. Правильно говорить. Неправильно. Неправильно. Оскар Олл. Ты уже отправлял, у меня не получилось тебя подключить. Ади Корниш, да, смеется почему-то. Ну, привет тебе. Гашик Кудест Блю, привет. За Хабиба или за Конора? Ну, в том поединке был за Конора. Сколько человек в Москве? Да где-то 150-170 был. За Коробков опять. Братан, дважды в одну воду не входишь, ты завис. На площади Ленина лучше смотри по сторонам, чем в экран. Максон, спасибо. Смотрел апгрейд, как тебе? Если нет, то советую. Апгрейд — это фильм какой-то? Запись концерта из Москвы не будет. В Инстаграме тут лежит чисто отрывок. А записи не будет. Мы в Питере будем снимать завтра концерт. В Украине будет выступление. Хотелось бы, но пока вроде не предвидится. Уайлдер или Фьюри? Я не знаю, кто это. В тонах просто мелко. Нет, для такого количества народа лучше тонное, чем театр, мне кажется. В театре было много пустого места. Расскажи про ребят из группы. Да что, собственно, это фактически состав Bad Bad Roxen плюс басист из другого коллектива, плюс Рома Сафонов. Был на фестивале «Чернозем»? Да, был в Тамбове на «Черноземе», ходил там. Ходил там с пацаном, общался там с Ваньком. Сказал бы я, если бы я был выебонщик. Подразумевая Ваню Нойза. Но нет, не общался. Поздоровался с ним. Питерский завтра? Да, да, Сев, завтра. Я тебе могу, кстати, писать, Сев, без базара. Твоя правда, что хочешь крепко есть, хочешь сладко спать? Или хочешь сладко есть и крепко спать? Бонита Дарья. Я про Тёмчика. Тёмчик, да, Тёмчик вообще красава. Тёмчик красава. Главное, чтобы питался хорошо, а то живот у него болит. Тёмчик красава, вот он барабанил, да, в Bad Bad Roxen. Сейчас у нас вот коллаборация такая, не знаю, во что она выльется, пока вроде все круто. И Леха Краснов на басу. Спасибо за твою озвучку рассказов, Егор МКР. Да, спасибо. Я пока сомневаюсь, что делать дальше. Есть мысль либо озвучить что-нибудь из Селлинджера к приближающемуся столетию метра. Конечно, я говорю метр, на самом деле так больше, знаешь, как попугай, повторяю за всеми, потому что для меня спорное и удивительное такое величие, которое придается ему. Я думаю, какова доля вообще вот этих отголосков его пиар-компании по уходу из света, в том, что его считают мэтром. Потому что я читал рассказы, и это странно, это, конечно, вызывает вопросы, но я вообще прочел, и я не припомню. Помню, что у меня все время была мысль, вау, как ты резко все обрываешь, чувак, это интересно. Но, возможно, в этом есть кайф. Вот, либо Селлинджера, либо что-то из Конан Дойл озвучить, либо что-то вообще современненькое. Против Конан Дойла вот говорит то, что я вот вроде озвучил Чехова, и надо сделать сейчас для разнообразия скачок в современную литру. И Селлинджер в этом плане прикольный, но, возможно, Селлинджер никому не зайдет. Действо и Селлинджер, да, Егор, я думаю про какой-то из них. Вот какую, кстати, взять из Селлинджера? Светос, говорит, рыбка-банан. Может быть.
Классная толстовка. Жаль, что мы размер разобрали. Вообще все L-ки разобрали. В Питере из L-ок будет только делать то, что должен. Обычно M самый ходовой по заказам онлайн. А в Москве L-ки уничтожили все. Будет много M-ок. Вот. Кстати, нравится Селлинджер. По-моему, он переоценен. Может, не шарит. Так вот, я и говорю, что я сам до конца не пойму. Что-то вроде цепляет недосказанность, ну, в рассказах, а так непонятно. Что касается Кофилда, надо перечитывать, но вот когда я прочел на четвертом курсе, у меня была мысль, что нормально, прочти я в 15, пришлось бы больше по вкусу. Барбер Аршурович, здорово. Ты, кстати, где барберуешь? Мне надо постричься завтра. Выше стропил плотник. Да, может, и ее. Бананка. Я не помню, где там про что. Я пересмотрю бананку и стропила. Может, что-то надо озвучить, да. Тебе Эсмис Любой. Вот, по-моему, вот это была неплохая, где там что-то, да, про войну, про эту барышню, письмо он ей писал, что-то такое. Да, возможно, стоит Эсми от этого озвучить. Ля, найди себе уже постоянного барбера. С удовольствием. Да не, у меня на самом деле, вот я в Воронеже, у меня есть в Воронеже постоянный барбер, это женщина из парикмахерской в соседнем доме. Отлично ебашит. Аршурович, да до Москвы далековато, да. Теперь, не знаю, нет, теперь, знаешь, теперь только на квартирниках, в этом их тоже, как бы, УТП, уникальное торговое предложение. Как батл с шумом, я не очень доволен, я даже не буду смотреть, но я и так не смотрю, но это из тех батлов, которые вообще прям боюсь даже к секунду увидеть. Если я вижу там с диктатором свой куплет, я подумаю, ну ладно, окей, не так страшно, это я прям не хочу, потому что я знаю, что там убитов немало, причем не все убиты видят. Обычный слушатель. Кто-то видит очевидные биты, а там есть еще микробиты, которые я знаю, что должны звучать круче эти места по биту, а звучат они плохо. Слышно так голос, когда музло играет? Александр Флоренци, привет. Ашурович, когда я буду... Ашурович, извини. Когда буду в Москве, напиши. Или я тебе напишу. Надо где-то поставить напоминалку. К 20-30, да, приходи к 20-30, он начнется 80. Хочу квартирник в Тамбове, как сделать? Найти помещение красивое, подходящее, и иметь некий талант к СММ, чтобы помочь все это организовать грамотно, чтобы хоть отбились бабки. Дим, привет, почитай стихи Чекмарёва и Кубанёва, тебе понравится. Кубанёв, да, это, между прочим, я потомок Кубанёва, у меня по бабушке. Одни из предков Кубанёва, в том числе с Кубанёв, который погиб перед Второй мировой или во время Второй мировой. Воронежский поэт. Да, я что-то открывал, но очень бегло. Я еще вернусь, запишу себе в Google. Кубанёв, да, так что я могу быть Кубанёвым, если бы иначе сложились фамильные ветви. Насчет стихов Евтушенко. Что Евтушенко? Евтушенко есть отличные стихи, да. Есть, есть. Не припомню, какие именно. Я дарил Роме Сафонову, кстати, Евтушенко, он прям очень поблагодарил. И продолжает писать хорошие тексты. Мне кажется, нас никто не соберется, такой тухляк. Ну да, все возможно, особенно на меня. Когда клип Блики? Блин, чуваку надо написать. Сейчас чувак его красит, он смонтирован. Чувак его красит. Кстати, на концерт, думаю, можно будет показать клипец. Блики, и может быть даже клипец еще на одну песню с Бьёдра Бурика. Что скажешь про Летай? Летай — крутой читака под классический хип-хоп звук, под бумбэп. Жду от него треков таких и даже, наверное, записал бы с ним что-нибудь совместное. Работаешь ли над альбомом? Пишем, пишем разные музло. Вот сегодня записали одну интересную штуку. Вообще, я в историю выкладывал припев, который я написал, и рыбу напел, но Диман ее лучше напел. Так что смотрите истории, там есть кусочек. Смотрел, за кого топишь, Хабиб или Конора? За Конора, братан, за Конора. Но я не топлю, мне похуй. Но в этом матче был за Конора. Смотрел, не потому что я хейтер
блять, Хабиба. Ну, просто вот мне больше нравится и по поведению, и по харизме Конор, не знаю. Не то, что, в принципе, все бойцы из Дагестана мне не нравятся. Нет, мне нравится, кстати, Мага Измаилов. И он даже что-то зачитывает. У него есть ролик в Инстаграме, где он говорит: «Меня прет писать строки». Так, блядь, охуенно там зачитывает. Я хочу это засэмплировать, какой-то вставить трек. «Меня прет писать строки». С Окси общаешься? Ну, он звонит мне спросить совета, как правильно срифмовать. Нет, почти не общаемся. Ну, когда видимся, да, общаемся. Какую песню из своего творчества ты считаешь лучше? Мне, например, «Хостел» заходит. Вау, спасибо. Мне очень нравятся «Хостелы», да, и обычно никто не слушает. Там крутой финальный блок с «Флоу». Запоминание Даенко, респект. Как относишься к Невзорову? В целом положительно, ну, не по моральным качествам, а исключительно по такому профессионализму болтологии. Мне кажется, что Невзоров... У него есть чему поучиться в умении вести беседу. Вот. Я думаю, так. Ой. Если есть кто из Питера, еще не в курсе, завтра концерт, чуваки. Ходите. Билеты на входе есть. Да, участвовал в литературной гостиной. О, гостиной. Вау. Действительно, литературная была гостиная. Такая уже, знаешь, метамодернистская. Типа, давайте писать хуёво. Гостиной читала стих Чемарёва, номер поезда 48. Читай обязательно. Он, конечно, любовный, но очень интересный. Кто-то сказал, что любовные стихи меня не интересуют. Читаю, спасибо, Тануки. Римовский побатался бы с Шоком. Блин, не знаю. Просто тоже скорее к нему какое-то, ну не то, что там много уважения, но меня скорее он интересует как чел. Хотя, наверное, может, я, наверное, нашел бы, вот про него нашел бы что сказать, да. Наверное, да, наверное, можно было бы. И меня в самую душу. Спасибо, блин, да, спасибо. Мне нравится эта песня. Какую книгу ты сейчас читаешь? Я читаю «Задачу трех тел». Вот. Мал Самьев, привет. Санек, 17 на 3. Будет ли в ближайшее время батл на битах? Нет. Ну и на крутой батлер? Да. Но при рифмовке ты, кстати, пизжи Мирона. Кстати, билет обязательно печатать. Билет нет, можно показать на экране телефона. Как ты относишься к людям, которые слушают твою музыку бесплатно? Положительно. Да. Здорово. Посмотрю сейчас, я просто в эфирчике. Когда в Минск. Николай, хотелось бы поскорее. Дима, помоги быдлу. Гамлетизм, атавизм, отрицание современности, новых нравов. Нет, все просто. Гамлетизм – это вот это вот желание рассуждать, но не делать. То есть, если бы, да кабы, да я бы то, да я бы сё, но вот я стесняюсь, я боюсь. Это... По-моему, Бертран Рассел про это говорил. У меня даже где-то цитата, по-моему, стоит ВКонтакте, что умные люди всегда скромные и стеснительные, а глупцы решительные. Вот гамлетизм – это когда ты знаешь, что можешь, но стесняешься. И атавизм – это что-то, что утратило ценность, оно зря с тобой продолжает существовать. Это из биологии термин. Гамлетизм – это атавизм. Блядь, понятно? Я не злюсь, это я так стебусь. Дим, что за стихотворение ты ставил в треке ранее? Это и мое стихотворение. Схема по станциям метро. У меня, кстати, пришла пиздатая идея, я вам ее спалю. Если когда-то пойду батлить на какую-нибудь, типа, там, Лигу Гнойного или еще какую-нибудь несерьезную площадку, то я бы сделал схему по бывшим. Имена, упоминая фамилии, имена всех девок, с которыми там я либо мутил, либо там они мне отказывали, еще что-то. То есть, блядь, никто их не знает, а ты просто ебашишь там. И ты отдашься за копейку, как там Алена. Вот, блядь, это прикольно было. Вот, и у меня схема там, ранняя схема по станциям метро. Безмолвие академическое. Закрался чего-то в Маяковский, за близких дней, поскрипывает на ветру московские ворота. В черкасской памяти моей. Вот, вообще, стихотворение по звучанию похоже на одно из стихотворений Гандлевского. Там что-то там кургузой памяти моей у него тоже было. Дим, что за стихотворение устал? Как относишься к татуировкам 16 лет? Отлично. Читал когда-то Курпатова, как относишься к нему? И не читал, но я видел его. И мне, вот я помню, что когда он появился в медиапространстве, он выглядел странно. Сейчас он выглядит круто, стильно. Вот, не знаю, много сегодня у...
Лебедева в комментах к его посту в Телеграме прочитал негатив про Курпатова, но мне сложно сказать, мне скорее какие-то приятные эмоции, не углублялся. Дима, где во сколько концерт в Питере? Мани Хани, 20.00, это опрашка, это Сенная. Радмизов, здорово, Дима. Здорово. В общем, как тебе в Б4? Хорошо? Как тебе раз, который досудил? Ну, этап был, да, слабоватенький, на мой взгляд. Пара Green PM, наверное, прям, да, было что-то такое однозначно крутое. И пандроповские парты были хорошие. Остальное почти как-то никто ничего не заставил запомниться. Как относишься к Обику и его творчеству? К творчеству Обика особо мне не прикалывает. Сам Обик интересный тип. Неверов Денис, какие дела? Заебись! Когда обрел голову, думалось легче. Да нет, на квартирниках что-либо из вечерами легкий стадион читаешь. На квартирниках вообще можно что угодно. Просто. Так, доверительная атмосфера. Ультима Тули, привет. Да, Печкин, Печкин здесь. Треки Лацкана и Ирани, какой больше по душе? Блин, не знаю, Лацкан, наверное. Если начнут любовно, посоветуй что-нибудь интересное. Ну, почитай Тарковского. Сейчас я скажу, как он начинается. Там что-то «Я выходил без пальто». Тарковский не который режиссер, а его отец Арсений Тарковский. Они догадались, что ты не придешь. Какое хорошее стихотворение. Вообще, у Арсения Тарковского. Короче, с утра я тебя дожидался вчера. Они догадались, что ты не придешь. Ты помнишь, какая погода была, как в праздник? Я выходил без пальто. Вот его почитай. Отличное стихотворение. В том году Буцкий дом на меня и сборники. На тебя я даже не знаю, братан. Все зависит от курса на тебя. А на мерч? Скидоны к Новому году? Ты, может быть, к Новому году я сделаю эксклюзивную какую-нибудь небольшую коллекцию. Посмотрим. Зная про тризм, уточнил, Гамлет для меня имел попсовую идею. Двоемирие, хуемирие, а времена у нравы. Ну, рад, что ты все понимал. Жавров Дарья. Привет, Даша. Нестандартный вопрос. Расскажи про самый крутой новогодний подарок, который получал в детстве или во взрослом возрасте. На Новый год не припомню каких-то супер подарков, а так на дни рождения мне последние годы такие суперские подарки дарили. Мультиварку однажды подарили, микрофоны, блядь, Mi Band часы, которые я на работе недавно одной проебал. На Новый год ничего такого прям как-то навскидку не вспоминается. Да. Самый крутой новогодний подарок – это была поездка в Петербург в 2010 году, я помню, в начале. Когда там еще случайно оказалась девушка, за которой я давно следил, и она там оказалась. И я там с ней замутил, и потом написал ей в СМС стихотворение «Научи меня сниться тебе». Ну, то есть оно было придумано как СМС. Вот, стало стихотворением. Ты когда-то говорил, что фит с Редо будет. Да. Ну, не знаю, будет он или нет. Это сложно очень. Фитовать это сложно. Я сейчас держусь принципа, что я что-то накидываю, какие-то вещи, буду их рассылать разным чувакам, просить фитануть. И что-то такое, куда пришелся бы рядок, ну, блядь, ли мне получится написать. Поэтому, если я его все-таки доебу случайно. Дима Вланг, спасибо. Зарабатываешь творчеством? Да. Что за Печкин за спиной? Это кофта, это футболка запорожца. Пару слов о распорядке дня поэта. Да так, все нормально. Что нужно с тобой сделать, чтобы ты захотел забахнуть? Господи. Спортом занимаешься? Да. С эпиксенсом не хотел бы побахнуть? Интересный кандидат. Вот, конечно, жесткий. Не знаю, пока нет четкого намерения. Может быть, когда-нибудь. Призрак Александра Вольфа нет. Оскар Оу, хорошо. Йоу! Здорово, Оскар, ты где находишься? Как ты дела? У меня отлично, ты где находишься, в каком городе? В Нижнем. Нижний Новгород, круто. А в какой, на каком берегу? Ой, в залупе полной. В залупе? Но это слева или справа? Слева, где вокзал, залупа, а справа получше, да?
Да. Ты вот в какой, в правый залуп или в левый? Да, в правый. В правый? А, ну, тут у них такой же залуп, братан, все хорошо. Главное, найди женщину, чтобы с ней заряжаться электричеством от этих вот фонтанов, или что там в парке стоит, какие-то электроды. Ну что у тебя там? Как тебе батл с шумом? Да мне не особо, скажи, не особо батл с шумом. Ну так себе оппонент, да? Не, оппонент хороший, я что-то как бы не особо выдал, мог получше. Вот. Ну именно по подаче, по тексту, как бы я уверен, в тексте он там не совсем был по шуму, но он хороший, это я знаю, текст хороший. Вот. Чё, да, чё тебе сказать, да бля, ну такая тема, да, вот, видос выложил на YouTube. Вот, у меня камерка есть, так что будем работать с Ютубом. Ты чё, учишься? Чё делаешь? Да, учусь. На кого? Ни на кого ещё в школе, бля, звонят. В школе? Звонят? Угу. Скидывай. Да, нахуй надо. А кого ты, на кого будешь поступать? Я не знаю, я пойду на Versus, ты будешь судить мои батлы. Ну, для этого не надо учиться, для этого нужно... Всего лишь мотивация. Mm-hmm. У тебя татуировки-то есть? Не, я все жду повода, чтобы ее сделать, и до сих пор не получилось. Если без шума... Я в 16 уже две набил. И что написано? Ничего там, рисунки. Рисунки? Ну, ну в Питере напиши, я тебе подскажу татуировщицу вообще. Вот такую. Куда будешь поступать-то в итоге? Что, реально не знаешь? Не знаю. Ну, где журналиста, тогда познаешь мир. Как тебе четвертый фрешблат? Хорошо. Будешь там что-нибудь судить? Кто там вообще в финал вышел? Не знаю ничего пока. Пока ничего не знаю. Динас будет в финале? Еще не знаю вообще. Я пропустил последний этап, потому что... Ресторатор забыл меня обратно добавить в рассылку, только сейчас добавил, так что я пока не знаю, что было на пятом этапе, кто что сделал. Вот и не спрашивал, чтобы не портить себе впечатление. Ну что, мэн, давай, спасибо тебе, доброй ночи. Ну, давай. Определяйся, куда поступать. Что посоветуешь студенту, психологу второго курса? Беги. Геха, привет, здорово. А, я не понял, я хотел поставить Yellow Days. Приезжай, Воронеж. 21 декабря будет квартирник. Надо встречу сделать только. Да, можно еще учиться на геолога или географа. Тоже поздаешь пьет. Но только не людей. Хотя людей, может быть, тоже. Как относишься к Лавину? К Лавину хорошо, к музыкальному творчеству, ну, пока еще со скепсисом. Он развивается, но пока все еще недостаточно музыкально, на мой слух. Ну, чем мне снится, да можно его исполнить, в принципе, что? В Минск планируешь приехать? Да, хотелось бы, но пока сложно. Что делать из талантливого рэпера, у него хорошего битмарей. Заходи на Bandcamp и ищи музло. Bandcamp.com. Республика Коми. Кстати, ты не был на батле Да и Гнойного? Да, это кто? Данила? Кашин? Как его зовут? Дикей? А, Дикей, ты хотел сказать. Не был на этом батле. Планируешь ли еще концерт в Москве? Я бы хотел квартирник в Москве. Ты там что-нибудь прочитаешь в эфире? Не, сегодня ничего. Как тебе Герберт Уэллс? Выделил у него тему, нужен ли прогресс быдлу, ведь он может разрушить их мироустройство. Да и в принципе, нужен ли прогресс людям? Вот вопрос. У Стругацких есть строго сдерживающий прогресс вселенная в одной из книжек.
Вот, и примерно этим занимался, по сути, во время культурной революции Мао. Он глушил прогресс через отрицание знаний. Да, что там, Стамбул, Воронеж? Приезжай, Свитос. Авто будут бумажные срочки значей. Посмотрим. Можно все. Всегда было интересно, в каком универе. Я учился в ВГУ на филфаке. Посоветую почитать что-нибудь годное. Ну, что для тебя годное? Почитай 1984. Тебя смотрит всего 40 человек. Братан, проблема большинства людей в том, что они не ценят то, что они имеют. Я ценю. 40 есть, значит, есть 40. Я благодарен, что они есть. Понимаешь? А то, что не больше, ну, значит, не сделал что-то такого, чтобы было больше. Делаем дальше. Выводим формулу, как сделать так, чтобы массам понравилось и при этом не изменять себя. Как тебе Гига-1? Блин, вживую супер чувак. По общению. Вот. По батлам неровный. Иногда прям прикольный флоу, иногда вообще какая-то халтурка. Я тоже в ИГУ учусь, только на геолфаке. Круто, у вас там, по-моему, практика прикольная. Да, геологи куда-то ездят там, какие-то горы. А географы бегают по городу, что-то замеряют. Берсеркер, Киев. Димон, здорово, братан. Здорово. Как тебе Калининград? Светлогорск понравился. Сам Калик. Ну, там центр такой прям мощный, с амбициями. Такой прям московский. Значит, заведения качественные, не как в обычных городах. Почему Чеснокова ушла с ТНТ? Ты заебала под предводительством кого-то делать то, что говорят. Хотела сделать свое. Да, мама не переживала за цивилизацию. Ему просто было интересно воспитать новое поколение с пустой головой. Пустую голову, ведь правильные знания. Как ты учился писать текст? Есть ли какая-то формула? dx дробь dt умножить на 7. Практика нового. Кавказ, Крым, скоро на серп, это кайф. Куда бежать-то мне, будущему психологу? Не знаю, получаю какое-то самообразование, какие-то курсы, еще что-то. В работу психолога, не знаю. Ну, то есть, если нравится, конечно, можешь этим заниматься. Но мне кажется, это тяжелый крест. И психологи это люди, у которых свои проблемы. А им надо потом с чужими разбираться еще. Это надо людей очень сильно любить, мне кажется. Если любишь людей, то ты психолог. Не любишь, не надо тебе. Брат, что скажешь про последние события между ЮА и РУ? Не знаю, какая-то хуйня, блядь, вообще. Не знаю, это просто, блядь, эти одно говорят, как обычно, эти другое, сразу 500 блогеров повылезло какие-то. Я случайно наткнулся на какой-нибудь политический блог, я как просто удивляюсь, насколько людей своя терминология. Петюлька, это кто, это Порошенко так называют, что ли? И я когда смотрю, причем долго не могу понять, это кто это. Прорусская украинка говорит, или проукраинский русский, или прорусский русский, или кто? О, Господи. Дай бог, чтобы мне ни до каких серьезных военных действий не дошло. По идее, в наше время это невозможно. Дай бог. Ну, в общем, надо быть начеку и не позволять нам манипулировать, насколько это возможно. Здорово, Ферни, казак, апельный бату, не знаю. Элишка, учусь на психолога, взгрустнула. Да, блин, ну, доучись, там, я думаю... Все равно что-то полезное дадут, а дальше там что угодно можешь делать. О, ковбойко, здорово. Веришь в теорию трансерфинга? Ну, в саму теорию, прям, чтобы верить, нет, но закономерность, которая описана там, я не раз замечал, что она работает, поэтому я отчасти пользуюсь этим, стараюсь не насыщать ожиданиями какие-то события или занижать эти ожидания. Читал книгу над пропастью воржи. Да. Ты в Питере теперь постоянно живешь, в Воронеже не собираешь жить больше? Да пока не хочу. После Питера в Воронеж как-то тяжеловато идет.
знаешь, тесно как-то и грустно. Вот проблема только, что в Питере погода ужасная, и сырость это я всю осень носом хлюпаю. В Москву съездил на 2 дня, нос в Москве даже, нос прочистился. Хорошо себя чувствую, не знаю, в Питере постоянно хлюпаю. Может, еще из-за кота, не знаю. Не ем сахар 2 месяца. Куда тебе опять худеть? Сахар она теперь не ест. Ты давай белки жри. Ноги качай. Есть ли будущее для дизайнера в России? Конечно. Плохо ли, что не любишь читать? Не знаю, видишь, сейчас все так меняется. Может быть, главное гуглить, а не читать. Посессия. В концерте в Москве ты написал успех в психологии. Мотивирует, да? Спасибо. Не Воронеж, все, что здесь не сложно. Ладно, если уж так попросили, давай что-нибудь зачитаем. С носом от влажности плохо. Ну, от сырости. Погода, в принципе, такая, знаешь, располагающая к тому, чтобы простудиться. Давай зачитаем Юрмалу. Где? Где минус? Где минус, блядь? Мама в РН тебя или привез в РН? Моя голова горевала, я весь был Юрмалой осенью. Надо бы давно было двинуть с привала, чтоб только зима вступит к осени, все уж готово. Все в нужных октавах и слабо ласкаво вас просим. Гудит беловежская пуща волос мы. Какая разница, господи? Моя голова — это крепость. Доброго вечера, совесть. Туже затянул пояс, коли мой так затянулся эпос. Октябрь, мой кукурузник, рев турбин, это музыка, муза. Крики чернил заливают поля, превысив берега, заря словаря. Разлегся октябрь в слоях, сидим на бороду, без ракет. Это экстренный флоу, будто это смс, нет МЧС, а сразу от бога, типа все ровно. Продолжая в том же, набирая, если чё, в легкие О2. Это бит мангал, я же едкий рожек, как огонь первобытным ритмом ожил. Наши тени заплёр рожек, боже, OG, боже. Поля хрош на полях блокнота рожи. Я ожил, оба, я ожил. Но иногда мне кажется, что я, бля, исписался. Я писал так разно, что хз, чё надо часто. Кто те люди, что внимают, что они-то жаждут? Мне писать про них, про всех, про себя или отдельно про каждого? Ложе про крустого творчества, рэп вокруг все проще и проще стал. Но как уравнение поэтапно решать, если ты неизвестно на ощупь подсчитал? Страх не достичь вершин был, их по мне дергается вымерший. Мой стих интуиция, я серая лада шинель. Я не верю, что мой океан отшумел. Я надеюсь, я свет сохранил и не все расплескал в них. И не надо пылевой головой будет ехать как камень, чтоб фейерверки метафор в блокноте просто проходили перегодировку звукодиаграммы в экране. Гудит беловежская пуща волос мой. Моя голова горевала. Окей. Он, пацаны, короче, Питер. Петербург. Петербуржечек. Завтра. Мани Хани, 20:00. Увидимся. Пока.